Значит, на сегодняшний день из плана уборки 2360 гектаров, убрано 860 гектаров. Значит, уборку включились 8 комбайновых агрегатов, и из них 6 комбайнов ДОН 1500 и 2 комбайна Скотопия. Значит, работают комбайнеры в основном молодежь, значит, в возрасте от 20 до 35 лет. Значит, кроме этого, оказывает помощь Паньковский СПТУ 117, значит, который участвует в помощь на уборке урожая, значит, двумя комбайнами ДОН 1500. Значит, неплохих показателей на уборке урожая добились в этом году. Значит, письменный Виктор Леонидович, значит, который на молоко составляет 583 тонны. Значит, Пономарев Иван Николаевич на молоко составляет, значит, 550 тонн. Значит, неплохо работает мастер производства обучения Паньковского СПТУ 117 товарищ Лавренко, Василий Афанасьевич, Черняев Анатолий и многие другие. Из плана 4200 тонн ранних зерновых, значит, 1500 тонн зерна. И 70% которого составляет зимняя пшеница, по качеству ценные. Наряду с уборочными работами в совхозе ведется подготовка почвы под озимые. Из 1600 гектаров подготовлено, значит, 930 гектаров. И работает также изменение завершающих работ по уборке незерновой части урожая, то есть соломы. Пожалуйста. Первое место будет? Да что ж он зелень такой? Видно будет, сейчас не порядок.